Добрый день, уважаемые подписчики. С месяц, может быть, и больше назад я вам показывала, что я произвела высадку эустомы в грунт. Сейчас пошел первый срез. Да, ножка не сильно большая. По причине очень поздней посадки. Но раньше я не могу никак. У меня здесь стоит рассада. Вот здесь вот у меня представлены белые махровые цветы. У них уже ножка, конечно, подостойнее, потому что рассадка немножко другого ранжира. Здесь вам видно, сантиметров 80, прям свободно. Бело-синяя, все в сетке. Здесь уже тоже хорошо срез уже сделан был. Смотрите, розовые. Все цветы махровые. И эустомочка цветок благодарный. Цветет и радует. Насыщенный синий цвет. Дальше там будут и бело с розовой каймой. Очень нежно смотрится, особенно в свадебных букетах. Бело-розовый. Сейчас жарко, цветок сильно раскрылся. Здесь оно уже высотой где-то сантиметров 50, не больше. Но второй срез уже будет высокий. Высота его где-то будет уже около метра. Здесь тоже уже срез хорошо сделали. Здесь тоже начали цвести. Несмотря на то, что это уже совсем последняя посадка. Как бы чуть не в середине июня было высажено. Но ничего, все подымется, все выпрямится. Самое главное — обеспечить сетку и подкормку. Подкармливаем при каждом поливе любым универсальным удобрением, который содержит комплекс минеральных удобрений, которые необходимы. Это азот, калий. Так что вот такой вот результат по эустоме. Вот это, конечно, эустома шикарная. Хорошая нога. Крупный цветок. Хорошее соцветие. То есть, вот смотрите. Я, в принципе, в этом году эустомой довольна. Очень ярко смотрится, особенно в букетах. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного, но это только начало. Будет еще второй срез, который будет еще шикарнее. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.